Друзья, вы на канале Макин Сан, меня зовут Саня, и у нас сегодня ферма 19. Видео не было долго, потому что я, как всегда, сидел, занимался хуйней. Ну как хуйней? На своих экранах, мониторах, телефонах, на чем вы там смотрите, не знаю, вы видите превьюшку карты, новую превьюшку. Я сидел, думал, что карта Рассвет меня немножко надоело, и я решил посмотреть какие-нибудь еще русские карты и вспомнил про карту Агромаш. Посмотрел на нее и понял, что в ней чего-то не хватает, и я в нее что-то добавил свое. Изменений, ну, много не мало, мало не много, но изменения такие... Вы сейчас увидите. Начинаем. И как вы сразу видите, начинаем мы уже в другом месте. Вот на такой вот базе небольшой. Стартовую технику я не менял. Только я, да, ну не то что не менял, я немножко убрал то, что не нужно. Немного я убрал, добавил вот такой вот заравниватель. Для нашей силосной ямы. Силосная яма рабочая. Как видите, уровень заполнения, прессование, все на месте. Вот такой вот у нас домик. Вот такой вот у нас домик на нашей базе. Домик без триггера. Если надо будет, я сделаю триггер. Пишите в комментарии по поводу этого. Я... Как на рассвете я сделал триггер сна и дома. Имеется у нас вот такой вот столик. Такой вот мангал. Мангал, блядь. Костер. Типа там шашлычки пожарить. Картошку в мундире сделать. Как вы понимаете, карта поддерживает сезоны. Так что этот костер всегда горит. Его с ним контактировать нельзя. Его тушить, зажигать. Такой вот навес у нас имеется. Два трактора. Комбайн самый первый. Косилка для травы. Сеялка. Сажалка. Культиватор. Плуг. Жатка обычная. Вон там жатка для початков. Для кукурузы. Там для подсолнечника. Пресс-подборщик. Ну, один прицеп. Ковш. Два противовеса. Пойдем по карте с вами. Перерассмотрел. Были пересмотрены, я скажу так. Покупаемые зоны на карте. Да, и как вы еще видите, теперь картинка на карте стала лучше. А не как было там. Здесь такой тональности. Здесь темное, там светлое, стало оно намного лучше. Ну, начнем. Разделил я вот это вот большое поле на два. Теперь вот так вот тут два поля. По полям что еще? Теперь вот это поле покупается отдельно вот от этого. И, ну, станции погрузки извести я не стал отдельно делать. Сама территория скотиной, с этими загонами покупается отдельно. Сарай отдельно, куда солому продавать и так далее. И БГА отдельно. Вот здесь вот я сделал небольшой лесочек. Мы сейчас туда проедем, и вы сами все увидите. Дороги сделал не покупаемые, вот эти вот основные. Потому что зачем они? Да. Вот это вот все поля я разделил. Теперь они покупаются отдельно. Не знаю, зачем это сделал. Ну, сделал. Так как вот здесь вот они все раздельны, я сделал так же. Ну, по ПДА вы сами все видите, как это все выглядит. Выглядит это все вот так вот. И я сейчас, друзья, вот так вот сделаю. Скриншотик.
По карте, в принципе, ничего. Давайте сядем в трактор и поедем кататься и смотреть. Постараюсь как можно быстрее, чтобы обзор был не нудный, короткий. А, здесь вот на нашей базе имеется у нас вот такое вот стартовое маленькое поле. Для начала, скажем так. Техника сбрасывается сюда. Ну вот сюда, на базу. Когда здесь заполняется, она будет сбрасываться на старую базу. Я бы еще, конечно, сделал открываемые ворота там. Ну, если карта вам понравится, она хотя бы лайков 20 наберет, я переподделаю ее. Вы пишите комментарии, что вам не понравилось, что понравилось. Вот такая вот у нас новая деревня здесь. С фонарями. Добавил я немножко машин. Всего единицы 4 машины, так, для декора, чтобы они стояли. Вот у нас десятка стоит. Вот тут газелька стоит у нас. Чтобы хоть как-то было. Карта была очень пустая. На ней вообще было пусто и неинтересно играть. И вот такая вот у нас дорожка вокруг нашей деревни. Думал еще пешеходов вот сюда прописать, чтобы они вокруг деревни ходили, чтобы деревня была оживленная. Если надо, будет сделаю. А вот это вот у нас стоит трансформаторная будка. Будка, блядь, трансформаторное здание, которое якобы у нас обеспечивает эту нашу деревню, которая у нас рядом с базой. Так, по базе еще буквально немного. На доме у нас вот фонарь имеется, который освещает вот эту вот нашу, вот, где мы сидим, там шашлычок, пивасик и так далее. От него я сделал, чтобы красиво было, идут провода. Только не знаю, почему 2 провода на один столб, на один фонарь. Ну, так сделал. До деревни не стал я их тянуть, потому что это очень муторно. Будем думать, что у нас от трансформаторной этой... От трансформатора идет под землей провода в нашу деревню. Такую дорожку сделаю, кстати, на этой дорожке. Да, добавил я и сюда тоже миссии по уборке снега, зимние миссии. Всего 3 штуки. На рассвете у меня, по-моему, тоже 3, но не суть. Надеюсь, я хочу эту карту выложить. Надеюсь, товарищ, который создатель этой карты, кто ее создал, не обидится на мои изменения. Ну, такие вот небольшие тут пятна грязи, затертости на дорожке. Дорожка у нас такая вот узенькая. Такие вот следы из-за воротов от. Так, сейчас мы поедем мы вот съездим вот сюда, я покажу, как сделал так же, как и на рассвете, туннели вот эти, чтобы просто машины в кусты или непонятно куда уезжали. Даже сейчас вот машина там едет, я вам покажу. Ну, конечно, не очень-то и ровно, но стало лучше, по моему мнению. Надо еще как-то тень туда добавить. А то слишком светлый туннель. Вот они едут. Вот такое немножко какие-то непонятные движения они делают. Взлетают. Это надо будет немножко корректировать. Если, конечно,
надо будет. Так, а чё? Проще будет. Мы сюда телепортируемся и видим, что у нас здесь хоть что-то стало. Потому что изначально стоял вот этот навес вот здесь вот, и вот этот деревянный навес. И в нем была пустота, и все, больше ничего. И вот эта вот большая территория была пустая. Это было некрасиво, это было пусто, неинтересно. Я вот добавил, кто-то может заметить, откуда это. Кто поймет, тот поймет. Кто понял, откуда это, пишите. Ставьте лайки, комментируйте обязательно. Стало поинтереснее. Сюда вы можете тюки хранить, складывать. Туда под навес технику ставить, какую, как вам угодно. Не хочет перепрыгивать. БГА изменений не потерпел. Тут все так же. Загоны все тоже остались без изменений. Все так же. Идем на первую базу, которая у нас была. Я изменил ее тоже. Сделал здесь вот так вот асфальт. Да и все. Сделал здесь асфальт. Как-то, ну, получше было. Я еще хотел вот эти вот все здания поменять и сделать, чтобы двери открывались. Но тут они не открываются, как вы видите. Магазин. Магазин потерпел тоже изменения. Сделал я вокруг магазина забор. А то что, это магазин с техникой, где продают сельхозтехнику, и нет забора. Вот такой забор. Тоже без всяких ворот, без дверей. Тоже вот здесь асфальт. Вот такой вот у нас асфальт здесь. По контрактам. Я не знаю. Вот на 23-м поле есть контракт. 27-е поле. А, на этих полях тоже есть контракт. Контракты. Так что можно... Конечно, дают за них. Это... Смешные деньги. Ну так, по чуть-чуть. Потому что как поднять цены на контракты, я не знаю, друзья. Может, когда-нибудь узнаю, изменю. Ну, вроде. Все. Сейчас я... Что это такое? Ладно, похуй. Мы сейчас туда переместимся. И по щелчку, который не синхронный с картинкой, вы увидите уже карту сезонами. Итак, у нас резко наступила зима. Вот с этим вот, конечно, у нас вот такая вот небольшая проблема. Это надо нам что-то с этим делать. А что с этим делать? Как-то это решать, я не знаю. Это стандартная яма силусная. Она... У нее такая вот... Имеется коллизия, территория, на которую снег не выпадает. Триггера дома, как я уже говорил, нет. Можете какой-нибудь мод поставить. Если надо будет, я вошью в карту триггер. Так вот у нас замело снегом наш костер. И он все равно горит. Ну, вы сами понимаете, какая тут физика. Смотрим по контрактам. Есть контракты? Контрактов нет. Перемотаем время. А ну и контрактов нету.
Что за прикол? Где мой контракт? Мне кажется, сейчас перемотаю, что снег вообще весь растает. Что ты подпрыгиваешь-то все? Снег тает. Непонятно. Так, друзья, сейчас я перезайду на карту. Так, друзья, вот, все, я перезашел на карту. Открываем наши контракты и видим наши миссии. Дорога за элеватором. Это у нас вот эта вот наша новая дорога к нашей новой деревне. Вот она, вот такая вот так. Идет. Давайте мы примем контракт. Вот у нас белая точка не появляется. Странно. Ладно. Мы купим сейчас быстренько отвал. Бросим его вот сюда. Дадим в трактор. Да, надо, конечно, точку сброса техники чуть передвинуть, чтобы близко к этому так не было. Это мы исправим все. Едем. Опускаем наш отвал. Начинаем чистить дорогу. Как видите, у нас все работает, прогресс идет. Ну и все, я думаю, нужно этим заканчивать обзор. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Рассказывайте друзьям, делитесь этим видео с друзьями. Если видео наберет, как я говорил, лайков 20, я выложу на сайт STMods эту карту для скачки. Ну, конечно, уже скорректированную, где, ну, все будет нормально, без всяких вот этих вот, то, что у меня сейчас было. Всем до встречи, друзья.